Спасибо, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый президент Болсонаро и уважаемый премьер-министр Моди. Дамы и господа, прежде всего хотел бы присоединиться к уже выступившим коллегам и поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина и всех наших китайских друзей за активную работу в этом году по продвижению стратегического партнерства в рамках БРИКС. Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня. И с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются. Это объективный процесс, поскольку государства пятерки, это хорошо известно, обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. И у нас действительно имеются все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения. Считаем актуальной тему сегодняшней встречи – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития. Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций. И, конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике. Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Уверен, что по традиции работа нынешнего саммита нашего объединения будет носить содержательный и результативный характер. И нам удастся провести откровенный и предметный обмен мнениями по всем наиболее важным глобальным и региональным проблемам, различным аспектам стратегического партнерства, в том числе и в расширенном диалоговом формате БРИКС+. Подчеркну, Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по объединению и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах. Благодарю вас за внимание.